бывший митрополит Киевский и всея Украины Филарет, в миру Михаил Антонович Денисенко, на поместном соборе Русской Православной Церкви был одним из трех претендентов на патриарший престол. 28 октября 1990 года святейший патриарх Алексий II прибыл в Киев, чтобы торжественно вручить митрополиту киевскому Томас о даровании Украинской Церкви независимости и самостоятельности в управлении. Вскоре после этого в адрес украинского правительства было направлено официальное письмо, в котором объявлялось об отказе Русской Православной Церкви от прав на собственность и имущество, до сих пор ей принадлежавшие на территории Украины, равно как и экспроприированные ранее у нее коммунистическим режимом. Правопреемницей Русской Церкви в Украине объявлялась Украинская Православная Церковь.